Привет, друзья! У нас новый день, новые дела. И да, какое видео вообще подряд, на самом деле, идет какая-то 13-я волна. Причем профессиональной версии 13 Pro, Pro Max. Вот это все, тут, не знаю, уже дежавю прошло. Уже понимание, что это просто реальная волна идет. Таких телефонов. Даже тут пытался там, знаете, что-то там. Уже хронологический порядок сериала нарушил. Вставляю там всякие про батарейки, там еще всякие темы интересные. То есть, чтобы разбавить немножко, да, всю эту историю. А iPad уже даже не снимаю, не показываю. Не то, что не показываю, не снимать уже начал, да. Обычно, знаете, там, когда снимешь, там либо коллега там удалит видео, либо просто не выходит в эфир, так сказать. Ну и вот эта вся история, да. Но все равно что-то делать нужно, показывать, как говорится, дело надо делать, бургаш сам себя не купит. И, соответственно, да, очередная история, 2 13-х. Один Новокузнецк, второй Кемерово. Так, давайте распечатаем наглядно, все покажем, расскажем. Да, и в конце этого ролика, ну не знаю, или там где-то там, может быть, в середине, да, чтобы подогреть интерес вообще, ну, к действию, что буду делать вообще, какой тут есть новый план, расскажу небольшой, да, анонс там одной вещи определенной. Так. Да, ну и тут у нас максимально возможная штука. Красавец белый. Блин, кстати, не помню на своей памяти, вот, чтобы белый был в работе. Да, и вот такой вот damage. Да, даже на погашенном экране видно, что он поврежден сильно именно с подтеком. То есть тут только, конечно, замена экрана, без вариантов. Пока что еще раз, да, такой момент, что на 13 Pro серию это у нас только идет непосредственно оригинал. Да, но здесь без вариантов. Да, какой-то вообще он классный просто невероятно. Белый, здоровенный. Вау. Да, вот такой интересный damage. Дорога манит. Да, кстати, владельцу большой привет, ну, там, да, пообщались там и на будущее, и на всякое, рассказал там интересные истории, бытия, да, вот тут, кстати, тематическая картинка, это как раз-таки к профессии владельца, да, вот так вот, вот это именно картина манит. Да, damage, как я это называю, неповторимый, это как вот можно там, я не знаю, у картины сделать репродукцию, либо что-то, вот эта вещь, это неповторимая вообще штука, попробуй, да, вот такое повторить, красиво. Так, и как-то я тут выходил на белый, сейчас не получается, да, видимо, не срабатывает сенсор частично, да, вот сейчас не получается, так, окей, это понятно. Вообще, ребята, да, по отвлечению, да, вот текущих дел, как бы так сказать, вот не знаю, чувствуется вот какое-то такое, как это называется, весеннее обострение, прямо глобально людей кроет вообще по всяким моментам. Тут много всего происходит. Бах! Я вообще никогда не придумаю. Реально, здесь еще один белый. Блин, как это работает? Это вообще просто, это заворожь какая-то. А, ну ладно, хоть так вот, да. Нарушение, да, волнового эффекта, волновой теории. Я думал, если сейчас еще этот белый, это будет вообще. Да, здесь у нас 13 Pro, разбит зад, при том, что перед целый, все окей. И у нас получается композитно. Здесь зад, здесь перед. Да, здесь все живо, отлично. Да, видимо, в хозяйстве есть еще и другие практики. Отлично. Так, да, вот эта профессиональная плейка тоже очень важна, чтобы ничего не крошилось, не сорилось. Да, я даже вот это убирать не буду, очень будет мне удобно вот так вот в таком вот виде оставить. О, отлично у нас вообще. Чумовой расклад, здесь дорога, а здесь море. Так, да. Так, композитная мечта. Здесь у нас, да, здесь еще один аппаратик, это нам на выкуп владелец отправляет, это что называется, будем принимать на баланс. Jet Black в отличном вообще состоянии, что-то я даже поверить не могу. Как так-то? В смысле? Так, что-то надо перечитать переписку с владельцем, возможно, тут уже не первый контакт, возможно, этот корпус мы меняли, потому что он в идеале по отношению даже к экрану, то есть на экране видны такие небольшие потертости, затертости, а корпус Jet Black вот так сохранить невозможно. По-честному даже говоря, даже если бы мы меняли этот корпус, то сколько бы то ни было, он послужил владельцу, ну и даже так его сохранить не в полной степени пользования, да, вот это, во времени пользования, очень тяжело. В идеале вообще. Так, да, эту штуку передам коллегам, чекнут, примут на баланс. Если что, вот такое вот изделие будет у нас в продаже. Классная вещь. Для тех, кто не понимает, это не стекло, это Jet Black цвет. Именно глянцевый черный металл. Итак, ну и давайте с простого, да, сделаем сюда экранчик. Все вот это дело. Поменяем и уже уберем стороночку. Так, врубаем, открываем. Так, ну да, ребят, по открытию вот это вот всегда тяжело сделать, когда здесь разбиение, то есть в этом месте мне присосочку не прицепить. Ну и в данном случае, да, не будем этого делать, это очень такая большая конструкция, прогинается она и здесь, поэтому вот здесь с целого места подцеплюсь, плюс спиртик и зайдем сбоку, так сказать. Да, вот здесь вот эта вот тяга будет максимальная, эффективная. Используем ее. Ну да, ребят, простое понимание, то бишь логика, да, нам дает вообще положительный результат. То есть по бокам идет максимально тонкая проклейка. То есть я, да, сейчас вот это немножко опять же такой, да, момент эволюции. То есть когда снизу разбито, туда даже и не лезу, потому что туда подлезть очень тяжело. Есть, расщепили. И сейчас по контуру. Да, важно, когда в таких историях, да, в рамках самоконтроля, такого самообучения, опять же, вот этой эволюции, не добавить демеджа при открытии этого устройства. Ну и давайте, да, глянем при уже теперешнем расщеплении.
все ли у нас так же. Понятно, что здесь как бы уже можно не аккуратничать, но все равно это такой момент, это как бы это самообучение, да. Оно не заканчивается в нашем деле, оно постоянно с развитием технологий также идет. Ох ты, у меня даже сенсор снова заработал. Ну и да, все так же, все по-прежнему. Так, вырубаем и финально открываем. Так, да, есть по красоте, ни пылинки, ни соринки. Что называется, проклеечка у меня вся в первой роде осталась. Так ее и оставим. Да, делов здесь у нас вообще на самом деле на немного, как это если сказать в винтовом выражении, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, делов на 9 винтов. О, даже в ритме получилось. А, нет, ошибочка, ребята, еще 1, 2, 3. И это получается делов на 12 винтов. Качественно. Ну да, кстати, вот тут буду менять корпус, даже не хочу считать, насколько там делов винтов, ну, наверное, значительно больше. Но это все вообще изи. И да, кстати, вот это вот то, что хотел сделать, небольшой анонс, да, наверное, пропадут вот этот какой-то, ну, либо станет меньше вот этого такого формата у нас, немножко хочу, вернее, немножко большой объем работы предстоит, все-таки, да, сейчас как-то времена поменялись вот с этим ютубом, там дальше вообще его, его как бы будущее вообще туманно, и все-таки хочу, да, как-то чтобы, ну, и в рамках каких-то монетизаций, повышения для себя еще что-то, сделать гайды, то есть прямо серию гайдов по вот таким историям, где именно более подробно буду все это показывать, рассказывать, отдельно по процедурам, там, допустим, замена экрана, на более старой модели даже, у которых сейчас как раз-таки массовая потребность в обслуживании у населения, да, ну, и то есть, да, покупая, допустим, у нас экранчик, там еще до конца придумал как, ну, либо бонусом получаете гайд, то есть инструкцию по этому делу, приобрести можно будет отдельно, ну и вот по всяким вообще вот таким именно моментам, как что подробно делать. Тут на самом деле, да, вот этот момент эволюции упомянул, за 10 лет работы вот с этими вообще устройствами очень, в принципе, конечно же, очень много опыта получил по разным историям, по тем моментам, где можно караться, по тем моментам, как более правильно сделать. Как более правильно сделать, допустим, когда у тебя ограниченный инструментарий, либо там какие проблемы могут возникнуть. То есть вот эта вся история будет показана именно полной подробной инструкции, вот по отдельным вообще элементам, по моментам. Я думаю, что да, ну, не знаю, как бы вот так вот анонсировал, если там что-то как-то кому-то интересно, поддержите комментом там, напишите, что вы по этому поводу думаете, ну, чтобы как-то либо подтолкнуть, либо остановить, ну, вот как-то вот так вот, да. Да, ну, и будет вот такая история, то есть, опять же, это там же у нас будет магазинчики представлено, там, допустим, берете батарейку, видео, как ее заменить на то или иное устройство, ну, там по ссылочке, либо как-то, да, будет это все вот так вот так вот так. Ну, и, соответственно, это такой объем работы, что это очень-таки, наверное, много времени займет. Так, да, здесь все в прежнем формате, в прежнем виде, делаем по красоте. Вообще там вещь будет такая, что мастерам даже многим это можно будет посмотреть, потому что многие мастера, ну да, молодые люди, которые только самоорганизовались, как-то начинают это дело, они в глаза не видели там вообще, может быть, там и телефоны там пятой серии, там шестой, там каких-то таких моментов много будет там интересных вообще тонких моментов, тонких вещей, именно вот по таким, по всем этапам вообще. Лишним это для человека, который хочет как-то саморазвиться, больше знать, лучше делать, то есть на качество работает нацелен, там не компания однодневка, да, как это говорится, то есть нацелен на результат, на долгосрочную работу, лишним это вот эта вся история не будет. То есть тут такие знания, что ну вообще не на каждом шагу это найдешь. Тем более, когда есть вариант их грамотно и интересно изложить. На что я смею надеяться. Так, да, экранчик в сторону. В данной модели он мне на самом деле более не пригодится. Мы не сможем пока что в текущем виде что-либо сделать по функционалу Truton, то есть отсюда списать мы ничего не можем. А, да, это опять же такой момент, что кто-то там пишет, да я же вроде видел, у вас сделали на 13-ку. На простой 13-й, 13 мини можно сделать. На серию Pro, к сожалению, пока что нет. Так, да, конечно, перед финальным закрытием проверим экран. Включается. Так, ну и да, здесь полноценно. Работа сенсора. Proximity сенсор. Arbeit. Врубаем, закрываем. Magic. Ну и да, по такому вот формату, как бы можно, опять же, да, помянуть тему о гайдах, можно как бы вот так подумать, да вроде бы зачем, и так все понятно, делов на 12 винтов, как бы вроде бы все очевидно. Но нет, всегда есть все-таки, знаете, такие более тонкие моменты, которые, ну вот в таком вот, да, формате, в моем обычном, в ускоренном, в музыкальном, может быть, да, доподлинно точно не обозначаю, как вот сейчас показал, что да, то есть вскрываю, что вроде как отсюда всегда, но, конечно, нужно смотреть каждый раз по-разному. То есть такие всякие тонкие вещи относительно каждой модели, у каждой модели они есть. Но опять же, вот к такому моменту, если ты хочешь как-то саморазвиться, самосовершенствоваться, или, допустим, ну, все-таки, что говорить, дело несложное, может быть, какие-то там молодые люди, которые там, я не знаю, там. Я у мамы инженер там или что-то такое, там хочет там дома там обслужить, там родителям сделать, там еще кому-то, бабушкам, дедушкам посмотреть вот этот гайд. Я думаю, что даже и родители, узнав, да, такую возможность для своего ребенка, может быть, подтолкнут его, и будет интересно такой гайд ему показать, что вот, мол, там, сынок там, дочка, давай вот так вот посмотри, дядя там тебе подскажет, научит по тонкостям, по всему, прямо подробненько все вот это дело покажет.
лишним какую-то, знаете, как бы какую-то даже, может быть, часть профессии или чего-то получить для себя даже вне возрастном таком возрасте. Это такая очень полезная, интересная штука. Я думаю, что, ну вот, как бы большинство смотрят, конечно, родители, и они, наверное, скажут, что, может быть, да, это прикольная тема, да, давай вот так вот сделаем. То есть поддержите, пожалуйста, это очень важно, как бы понимание вообще людское есть. Есть задача, идея, но как бы как на это смотрят другие, вот это тоже очень важный момент. Да, вот это у меня некий тест, как бы вот это я показываю, что проклейка вообще бодрячком, экран стоит вот так вот, прямо конкретно на ребро встал, чудным образом даже не колышется. Да, это говорит о том, что она прямо просто липкая, невероятно. Так, все, ни блинки, ни соринки. Пшик-пшик-пшик. Даже ветер выдерживает, как щит. Закрываем. Тут потому что по каждому телодвижению у меня есть вообще глубокий комментарий. И вот это, конечно, место для гайда. Гайд-гайд, инструкшн. Full инструкшн. Так, обязательно, стеколышко в подарок. Я думаю, что лишнее не будет, кому бы то ни было. Да, чётенько. Всё готово. Да, и теперь, знаете, у меня такой новый уровень оценки. Приходит ко мне устройство, я уже знаю. Да, здесь делов, на 12 винтов, no problem. Там, я не знаю, сколько это заняло, 5 минут. Так, окей, пакуем, отправляем и продолжаем. Ой, красота. Так, да, ребят, продолжаем диалог. Не знаю, кому интересно, может посчитать, насколько здесь делов. Насколько винтов здесь делов. Но я точно от этого отказываюсь. Так, да, открываем по ранее установленным процедурам. Вот это вот первородная, опять же, штука. И вот это вот своеобразная вообще в открытии вещь. Ну да, опять как же показал, можно отсюда зайти, можно отсюда. В данном случае, ну вообще на целом, без разницы получается. А, ну здесь, да, здесь стопом будет являться то, что разбита задняя поверхность, и вот присоска, она не прилегает хорошо вот к этому делу. Так, и вот это, да, вот это нюанс. Ну да, вот такие всякие нюансы, как раз таки вот эта вот вся история для гайда. Почему, как там, что, как правильно, как не навредить там, как сделать с наименьшими понтами, что называется. Вот эти все истории, да, вот это есть история для вот этого вот всего. Тема для вот этого всего. Так, да, здесь не буду даже ничего кружить, здесь буду методом подпила. То есть тут проклейку нам не важно сохранить, потому что мы делаем новый корпус, новый зад, соответственно. И в данном случае подпил, расщепляю проклейку, спокойно открываю, даже не мучаюсь. Вот опять все рассказал. Ну да, композитные технологии подпила и спирта сделали свое дело. А, ну и да, конечно же, тянуть и верить. Да, кстати, 13 Pro, интересную тему забавную на днях показал. Не знаю, вышло ли это видео на момент уже вот этого, либо как бы, чтобы разбавлять вот эту всю историю, я его позже выкладываю, тут еще пока неизвестно, но показал такую вещь, как интересную опять-таки тему, как я ее назвал, это инкубация батарейки. Да, для будущих пользователей я на своем телефоне, на личном телефоне, на таком же точно, заинкубировал батарейку. Кому интересно, что это вообще такое, что это за тема, вот нужно искать либо прошлое видео смотреть, либо немножко попозже вот этого выйдет. Да, тут не буду описывать, посмотрите, там забавно. Так, да, есть, также у нас первородка, все четко. Так, по стандартам красоты, действуем. Да, забавная такая штука, только что разбирал большой, здесь все то же самое, только маленький. Прикольно. Да, изъял батарейку, интересная тема, конечно же, вот мне, как вообще, как всегда, это очень интересно, вдвойне интересно, потому что таким же телефоном пользуюсь, тройне интересно, потому как показал вот эту тему с инкубацией вот этого состояния батарейки. Так, и да, интересно сравнить со своим, сколько здесь состояния на такой же батареечке, ну, вообще, чтобы для общих пониманий. Так, сейчас чекнем. Да, интересно, кто помнит, на моей батарейке было 307 циклов и состояние 93, здесь даже поменьше будет. Ну да, довольно-таки интересно. Ну, плюс-минус, можно сказать, что одинаково. Вот и при прочих равных, да, циклах заряда. Да, окей. Ну, в таком виде еще послужит. Вот почему на таком моменте сделал инкубацию, это опять же в упомянутом видео. Как это, не инкубацию, правильно сказать, а вот это как это, криозаморозка. Криогенирование, или как глагол этого дела, я не знаю.
Да, ребят, что думаю, что это я сделал вообще в прошлом видео. На самом деле это назвать правильнее все-таки, это как консервация, да, вот это вот. Консервация, то есть это именно вот как заморозка вот текущего состояния, да, вот это вот дело. Потому что инкубация, это, наверное, все-таки как-то вынашивание или что-то вот к этому больше относится. Да, ну, в общем, интересная там тема, ребята, много всяких тем, всяких разных. Так. Да, изымаем, продолжаем. Да, ребят, добрался до фейса, до оптики. Да, опять же, не знаю, видео либо до, либо после вышло, где у нас успешная работа, одна из таких самых интересных случаев. И, как выяснилось, на самом деле, типовых проблем по фейсу на 13 серии. Там вообще нашли множественные подтверждения таким случаем, но у нас было впервые. Вот тоже, да, интересно, отдельное видео по поломке Face ID. Можно сказать, что, ну, с ровного места. Я думаю, что это будет в какой-то момент массовый исход. Да, ребят, да. Да, про что говорил, то, что многие вещи остаются за кадром, и вот это вот, да, как вот, я не знаю, вот волновой эффект вот этих тренажек, он идет, он не только то, что я показываю, а здесь многие вещи от местного населения, и вот эта вот вся штука, она вокруг постоянно вертится, происходит, все-таки, я не знаю, вот у кого еще вообще, ну вот, как бы, да, не знаю, не какая-то лезть там себе что-то, у кого еще есть такой объем вот этой всей корпусной работы с пониманием тонких моментов, с пониманием, как это будет служить во времени, со многими вообще пониманиями, то есть тут по-честному есть чем поделиться на самом деле, ну и вот нельзя, как бы вот, как это говорится, нельзя такой информации как бы пропадать, на самом деле, да, вот почему я хочу эту всю историю затеять. Да, вот это у нас будет отдельно, не знаю, может покажу там еще что-то подойдет, может быть объединим и еще сделаем какое-нибудь интересное видео, тотал 13-х. Да, здесь интересная штука, владелец в чехле телефончик, вроде бы да, экранчик разбит, там, ой, что случилось, экран поменять, да вроде бы нет проблем, из чехла достаем, и телефон у нас в загибе прямо вообще в сильном, и неприятный сюрприз для владельца, что еще и корпус менять. Да, разрыв у нас идет по антенной части. Разрыв, загиб, вот такая вот история, да, все по стандарту перед-зад, по красоте. Так, да, ребята, низ готов. Переходим кверху. Да, по два раза надо говорить, да. Когда два, оно лучше. Так, ну да, ребята, финализация процесса. Здесь нам, в принципе, осталось просто закрыть. Все по стандарту, красоты, сделано четенько. Да, в данном случае без нюансов абсолютно, все четко, как и должно быть. Включается. Ну и да, все готово. В очередной раз. Очередной пациент. Да, здесь нам проверять особо нечего, не пробовали, ничего не нужно. В принципе, все как было, так и останется. Ну и да, если в первом случае я делал стекло в подарочек, тут у нас стекло есть, давайте сделаем чехол в подарок. Да. Ну и вот так вот, не знаю, история у меня больше такая получилась анонсом, как бы вот предстоящих действий и мыслей в голове. Немножко, да, на опережение выложил. Ну и не знаю, напишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу гайда. И не знаю, как я это вижу вообще в развитии, опять же, этой темы, что это будет, ну, некий такой, не сказать, что второй канал. То есть это будет, да, там получается как, просто, как это называется?
как это называется? Ну, отдельные видео, да, доступные по ссылке, ну, видимо, да, в каком-то порядке, там, не знаю, платно, бесплатно, это пока еще не определено. Ну и как отдельная там история, не знаю, с точки зрения построения бизнеса, может быть, это интересно. Ну, я не знаю, смею считать, что чувак, сидящий на 42-м этаже, и которому посылки отправляют со всей страны, найдет, что в плане построения бизнеса рассказать другим людям. Да, это не то, что, знаете, там какие-то там бизнес-кейсы, там непонятные там, схемы, микросхемы. Это просто простое руководство к действию, к честному построению бизнеса, насколько это возможно, да, с нюансами, с тонкостями, со всякими моментами. Ну и вот эта вся история, плюс дела конкретные, ну и вот так вот это все. Не знаю, примерно вот в ту сторону смотрю. Как я это обозначаю? Я не смогу столько сделать в конечном итоге, сколько бы ты ни было продать. Поэтому это нужно понимать честно, объективно, куда и стремимся. Да, я думаю, что локально эту историю можно завершить. Как говорится, пока. Что, на этом все. Всем привет и всего. Ну и да, ребят, отснял только что свой первый гайд. Ранее делал анонс этой истории, что буду показывать, как, что делать подробно, прямо вообще делясь опытом. Да, в этом году исполняется 10 лет, на самом деле, 10 лет моей компании. Очень много опыта накоплено за это время, то есть есть чем поделиться, на самом деле. Поверьте человеку, который сидит на 42-м этаже и которому отправляют со всей стороны устройства, есть что рассказать. И да, классифицирую эту штуку как бы для мастеров, которые вновь начинают свое дело, хотят заниматься этим делом. Может быть, это молодые люди, которые хотят там обслужить, не знаю, там, нужды своей семьи, там еще что-то, это будет очень полезно. Как вы знаете, это делается, в принципе, голыми руками. Но опыт в этом плане, конечно же, нужен. Знания, понимания определенного рода всегда важны. То есть тут со всеми тонкостями, именно по отдельности, по отдельным проблемам, по отдельным устройствам все будет показано, разжевано. Именно вот этим хочу заниматься. То есть направление выбираю такое, да. Как это? Ну, тут на самом деле по-честному, как я это обозначаю, что я не смогу в конечном итоге столько сделать, нежели сколько продать. Это объективность, это факт, с этим нужно понимать. То есть это такой для себя следующий этап развития. Да, буду рад, если вы поддержите и денежкой, и просмотром, и комментом вот эту всю историю. По чуть-чуть эти гайды, истории будут появляться в описании к нашим товарам. Допустим, там хочешь купить экран на iPhone 7, пожалуйста, можешь купить инструкцию по его установке. Плюс все тулсы, плюс все-все-все. Вот эта вся история вот в таком вот именно ключе, в правильном ключе, с правильными деталями, с правильным пониманием, что делать, будем доносить. Да.